Всем привет! Вы на канале Папа, Мама, Мы из простой семьи. И слабонервных музыкантов просьба удалиться, так как сегодня видео будет неординарное. Рая занимается домашними делами, лепит пельмени, дети играются в комнате, а я пытаюсь учиться играть на аккордеоне. Зрелище, конечно, не совсем интересных, но развлекательных. Приятного просмотра! Кому интересно, песня называется «На зеленом лугу». Конечно, фальши много, но как-то так. Это только начало. А сейчас вашему вниманию будут представлены частушки. Семейным подрядом лепим пельмени, а папа учится играть на аккордеоне. Сейчас что-нибудь попробую. Что я уже научился? Так, как говорится, сыграть с листа. Так. Сейчас я сяду поудобнее. Слушай, Люба, как папа сейчас играет? Сейчас сыграю хорошо. Хорошая песня. Ну слушай, слушай внимательно.
Это мы, короче, так вот досуг проводим. Вот папа играет, а мама с Любой лепит. Сейчас попробую частушки сыграть. А так нормально выиграл? У меня опять шея болит. Вот так, короче, проводится у нас досуг.
Лепим пельмени. Сейчас поели уже. За окном. Ну да, уже. За окном уже темно. Поели. Сейчас виноградик поели. У нас блинчики были. Короче, учусь я играть на аккордеоне. Пока не очень получается. Но думаю, в будущем, если что-то хорошо получится, я потом вам исполню. Сыграю. Ну, сыграю, да. Вот. Ну, а пока потихоньку надоедаю своим членам семьи, своим пищанием. Но они мне терпят, относятся с пониманием. Поэтому как-то так. Ну, иногда убегают в другую комнату. Когда совсем не терпешь, убегают в другую комнату. Поэтому, если научусь хорошо играть, то сыграю. А если не научусь хорошо играть, то сыграю плохо. Как-то так. Ладно, на этом все. Пока. До новых встреч.